В магазинах США всегда большое разнообразие товаров и продуктов, и можно найти практически все, что угодно. Однако все же есть вещи, которые не найти в обычных супермаркетах, и почему так тоскует русский человек. Пока подписывайтесь, а я сейчас расскажу, по каким продуктам скучают русскоязычные мигранты. Мы сейчас находимся в Орландо, штат Флорида, и приехали в любимый европейский магазин купить продукты, которые нигде больше не найти. Вот докторская колбаска на окрошку, например, $6 за фунт. Ну и куда же без гречки? Такая пачка сейчас $4. Шоколадные пряники, которые так любит мой муж, они стоят $3. Или вот булочка с маком, тоже почти 3 бакса. А какая же окрошка без кваса? 1,5 литра кваса стоит $3. А вот моя любимая икра трески, почти $4 за баночку. А по каким продуктам вы бы скучали сильнее всего? Пишите в комментариях.